Добрый вечер. Мы продолжаем нашу работу. Спасибо всем, что смотрите и остаетесь с нами. Здравствуйте тем, кто только к нам присоединился. Мы сегодня решили, знаете, о чем поговорить? О беге. Не случайно. Весна уже входит в свои права, скоро распустятся листочки, станет сухо, комфортно, тепло. И традиционно на улице города, ну больше на остров Татышев, выходят бегуны, которые, вот, собственно говоря, бегают. Правильно ли они бегают? Для чего они бегают? Мы как раз об этом сегодня хотим с вами поговорить. Если у вас есть какие-то вопросы, то звоните 202-22-22 и задавайте их специалистам, которые у нас в студии. Я с удовольствием их представляю. У нас в гостях Андрей Федорович Тарасевич, заведующий отделением восстановительной медицины Красноярского государственного медицинского университета. Добрый вечер. Добрый вечер. И многократный призер Байкальского ледового марафона Сергей Хазов. Сергей, добрый вечер. Давайте сначала разберемся. Все-таки бег – это что? Это мода сейчас или это, как принято говорить, ЗОЖ – здоровый образ жизни? Ну, давайте я начну. Давайте. Ну, на самом деле, движение – это потребность человека. Один из видов движения – это бег. А последнее время, к счастью, стало модно быть здоровым. И, собственно, бег, как наиболее естественный и простой способ поправить, восстановить или улучшить свое здоровье, здесь оказался как нельзя кстати. Ну а почему он вот естественным способом? Это же, может же другим чем-то двигаться по-другому? Конечно, конечно. Но я думаю, что здесь все-таки есть еще и некий такой элемент моды, который активно, и это хорошо, активно навязывается, особенно молодым. И поэтому все больше выходят именно конечно, на улицы конечно. Заниматься бегом. Сергей, вы как пришли в бег и вот почему именно бег? Ну, вообще я занимаюсь триатлоном, да, а бег – это одна из его частей. Вот. Ну, бег сейчас, да, действительно очень популярен, да. Любые беговые соревнования набирают очень много народу, да. Вот. Даже у нас в городе, если взять там 5-6 лет назад, на любой старт выходило там не больше 100 человек, то сейчас уже 300-500, и в этом году… Я думаю, что за тысячу. Да, марафоны набирают свою популярность, люди даже едут в другие города. Вот да. Одна из красноярок буквально недавно видел в Инстаграме, она поехала даже, по-моему, в Мадриде, если честно, сейчас не помню, принимала участие в таком марафоне. То есть это вот для чего? Это реализация себя или это действительно там какие-то призы, может быть, какие-то большие там? Призов нет. Это, как правило, любители, да, они это делают только для себя, чтобы преодолеть, чтобы, ну, кто-то что-то доказывает себе, кто-то это совмещает с отдыхом, ну, не знаю. А в триатлоне самая тяжелая часть дистанции какая для вас? Лично для меня, ну, я два раза участвовал в соревнованиях по айронмену. Это 3,8 плавания, 180 велосипед и 42 бег. Ну, для меня был велосипед. Велосипед, то есть бег вам дается проще? Ну, скажем так, да. Ну, мы еще к вам вернемся, потому что советы профессионального бегуна начинающим и любителям очень важны. Андрей Федорович, давайте все-таки вот про медицинскую составляющую. Бег – это достаточно серьезная все равно нагрузка, да, для организма и на суставы, на позвоночник, там правильная техника должна быть и так далее. Вот я, например, решил заниматься бегом, да, условно красноярец, горожанин. Какие вы, как медик, дадите мне советы прежде ну, всего? Тогда я сначала вам задам вопрос, сколько вам лет? Мне уже много лет, 41. Вот если 41, то, конечно же, нужно сделать электрокардиограмму. По одной простой причине, что бег – это повышенная нагрузка, прежде всего, на миокард. И, собственно, если есть какие-либо даже скрытые проблемы, то их лучше сначала найти. Мы же каждый год видим всякие трагедии, которые случаются на каких-либо соревнованиях, связанные только с тем, что человек не обследовался, и решил заняться бегом. И дал непозволительную нагрузку, правильно? И дал нагрузку, которая не соответствует его возможностям в данный момент времени. Поэтому сначала осмотр врача, кардиограммы. Дальше. Да. Второе. Ну, наверное, нужно купить правильную экипировку, и об этом Сергей расскажет, я думаю, очень подробно. Да, кроссовки я слышал, что очень важны именно какие, да? Ну, обязательно. Это чуть позже Сергей расскажет, конечно. Да. Ну и самое интересное дальше. А как выбрать нагрузку? И вот здесь... Если мы откроем интернет, он нам подскажет диаметрально противоположные предложения. Или бегать медленно и долго, или бегать быстро. Или с переменной вот интенсивностью. Или все смешать в одну кучу. На самом деле, если сейчас дать совет нашим зрителям, то он очень прост. Нужно бежать так,
чтобы можно было говорить во время бега. Это так называемый ток-тест, который австралийцы в 2011 году очень четко доказали, что если человек во время бега может так же разговаривать, как мы с вами, это та нагрузка, которая приведет к максимальному эффекту, который каждый ждет от бега. И не принесет вреда. И однозначно уменьшит и минимизирует те побочные эффекты от бега, которые тоже, к сожалению, есть. Почему в последнее время вот мы говорим, что бегать, бегать? А если ходить? А понимаете, какая штука? На самом деле, когда уже мы персонализируем нагрузку, когда человек решил узнать все-таки, а как правильно с точки зрения нагрузки ему бегать, и, соответственно, прошел соответствующие тесты, то окажется, что у большинства людей, начинающих бегать, до бега совсем далеко. У них уровень физической подготовки хватает только на чуть убыстренную ходьбу. И, собственно говоря, если начинать так, то процент вероятности, что эффект будет в ближайшее время очень хороший, высок. Но мы обычно видим следующее. Человек решил бегать, пошел в магазин, забыл сходить к врачу, а ему уже 45, купил кроссовки, форму, побежал. Бегал месяц, бегал два, бегал три, результат минимальный, настроение хуже некуда, усталость большая, положительного эффекта нет. Вот поэтому большинство, начав такое хорошее дело, но начав его неправильно, в конечном итоге бросают и говорят, бег это не мое, он мне не помогает. Сейчас послушал доктора, и уже, если честно, стало немножко страшно. Какие у нас есть какие-то школы, собственно говоря, чтобы кто-то помог поставить технику бега, да? Обследование, может, врача подсказал, куда сходить, измерить давление, кардиограмму, рекомендации получить. Сергей, вот вы, может быть, знаете, где у нас... Ну, известная школа всем, она у нас есть, одна в Красноярске, да? Вот «Беги со мной», да, по-моему, она называется... Есть школа «I love running». Так. Вот. Есть школа «Да, беги за мной». Ну, наверное, это все. То есть можно в интернете найти, и как вы считаете, да, как профессионал, лучше вот начинать с теми, кто это профессионально делает? Естественно. Соответственно, лучше прийти к конструкторам, которые поможет. Давайте вот сориентируем наших зрителей. Андрей Федорович уже сказал про экипировку. Что важно? Кроссовки или еще какая-то внешняя там одежда должна быть определенного качества? Ну, лучше, конечно, начинать с обуви, да? Это в первую очередь на что стоит обратить внимание. Вот. Качественная, хорошо подобранная обувь поможет избежать, ну... На что обратить нужно? Скажем, вот, в обуви. Я пришел в магазин, там, неважно какая марка, смотрю, кроссовки для бега, да, вот стенд написано, кроссовки для бега. Что, на что нужно обратить внимание? Ну, в первую очередь, чтобы была достаточная амортизация. Не надо смотреть на то, что они легкие там или тяжелые. Вот, кроссовки должны быть тренировочные и ни в коем случае не для там стартов. Ну, вот. Непрофессиональные? Да. А амортизация, мы говорим, когда это вот там на подошву чтобы она как-то, да, пружинила, да? У разных фирм она, скажем так, называется по-разному. Где-то это гель, где-то там свои технологии. Вот. Ну, я думаю, это вам в магазине объяснят. Это, я так понимаю, Андрей Федорович, связано с тем, чтобы уменьшить нагрузку на суставы, да, на пятку? Конечно, конечно. Но, понимаете, бег – это прыжок. Это... Каждый раз прыжок на одну ногу. И, конечно же, это соприкосновение стопы с землей приводит это удар, к удару, да, соответственно... который, соответственно, распространяется по ноге и доходит до позвоночника. И, соответственно, его нужно а. правильной техникой минимизировать и б. правильной обувью. Ну, это как подвеска у машины, да, соответственно. Да, если да. нет амортизации, то мы получаем удар. А вот по верхней одежде есть какие-то правила, которые позволят? Ведь, насколько я понимаю, энергии выделяется много, человек разогревается, потеет, да, и нужно тепло, наверное, отводить или как? Да, естественно, есть и определенные слои, да, одежды. Ну, все, наверное, знают. Первое, это в прохладную погоду. Это специальное белье, которое будет отводить влагу. А потом будет теплый слой, это, как правило, флис или что-то еще. И сверху уже там изолирующий. Вот. В летний период все гораздо проще. Вот. Майка, шорты. Ну, то есть это не должно быть слишком тепло, но и в то же время не должно быть слишком легко, да? Как правило, вся спортивная одежда направлена на то, чтобы отводить влагу. То есть вы двигаетесь, вам тепло, и если...
сухо, так скажем. То есть сухо и тепло, сухо, да. И комфортно, да. Должно быть. А, Андрей Федорович, вот женщины зачастую сейчас, наверное, смотрят нас, девушки, которые бегают, и по совету своих подруг или, например, там каких-нибудь специалистов в кавычках, они, наоборот, надевают самое такое все плотно для того, чтобы потеть и тем самым якобы сжигать жир. Поможет? На самом деле это один из множества мифов, которые сопровождают в том числе и бег. И вообще всю физкультуру и весь спорт. На самом деле, когда у человека нагрузка не соответствует той зоне, при которой сжигается жир, бесполезно одевать хоть сколько теплой одежды, будет сжигаться только углеводы, которые никакого отношения к жиру не имеют. Поэтому если стоит задача корректировать вес, то нужно четко понимать, в какой зоне пульса это нужно делать. И тогда уже не важно, сколько на тебе одежды, но метаболизм будет в основном использовать жиры для получения энергии. То есть все намного сложнее, чем многие представляют. К сожалению, вот именно, да. Вот именно о пульсе и о том, какой он оптимальный для каждого конкретно, мы поговорим буквально через пару минут рекламы. Не переключайтесь. Наш эфир продолжается. Мы сегодня говорим о беге. Да, многие уже открыли беговой сезон. Мы же говорим со специалистами, как правильно это делать, где есть какие-то подводные камни и как не навредить, собственно говоря, себе. У нас в гостях Андрей Федорович Тарасевич, врач, и Сергей. Это неоднократный призер марафона. В общем, занимается профессионально бегом и триатлоном. Андрей Федорович, мы начали перед рекламой говорить о пульсе. Да? Это вот на самом деле самый доступный, насколько я понимаю, показатель, по которому каждый из нас может свое состояние организма оценить, да? Как при беге, на что обращать внимание и какой он должен быть, собственно говоря? Ну, на самом деле, да. Все остальные показатели придуманы. Там, сколько шагов, сколько дыханий, как считать, километры, минуты. Пульс – это объективный критерий ответной реакции организма на предъявленную нагрузку. Соответственно, самый простой способ и самый распространенный – это формула, которую знают наверняка многие, 220 минус возраст. 220 минус возраст, это будет какой пульс? Это будет максимальный пульс. Который этому конкретному организму допустим. На котором допустим. Бегать категорически не нужно. Не нужно. Нужно бегать вот от максимального пульса, взять всего лишь процентов 30-40. И вот тогда этот будет тот рабочий пульс, который будет соответствовать тому правильному метаболизму, ради чего, собственно, вся эта история с бегом и затевается. Чем будет выше пульс, тем меньше будет эффект. Почему? Потому что чем больше пульс, тем больше метаболизм переключается на получение энергии из углеводов. А наша задача изначальная у всех, независимо от массы тела, научить организм получать энергию из жиров. Почему? Потому что эффективность энергии из жиров в 70 раз больше, чем эффективность получения энергии из углеводов без кислорода. То есть, если на практический язык перевести, получается, если мы работаем на каком-то максимальном высоком пульсе, мы организм истощаем, да? Мы устаем, да. У нас 7 потов сходит, но эффекта ни похудения, да, ни какого-то прироста мышечной массы, ни оздоровления, соответственно, не происходит. Не будет. А вот когда мы на оптимальном пульсе идем, соответственно, получается, организм начинает расщеплять жиры, да, и да. Использовать их энергию. И кроме этого... Вот эта низкодозированная аэробная физическая нагрузка приводит к активации генетически запрограммированных механизмов самовосстановления. И вот, собственно, это и есть та цель, которую, наверное, надо вкладывать прежде всего перед тем, как принять решение заниматься тем или иным видом оздоровительного. То есть, еще раз давайте нашим зрителям напомним, 220 минус возраст, это верхняя граница, да? Которая не нужна. Не нужна. И от нее нужно взять 30-40%, это вот тот оптимальный пульс, который полезен, да, для каждого организма. У нас есть телефонный звонок, добрый вечер, как вас зовут и ваш вопрос? К сожалению, звонок сорвался, зритель нас не дождался, я думаю, что у него был вопрос какой-то по пульсу. Сергей, а вы вот профессионально занимаясь, скажите, вот ваш пульс оптимальный, на котором вы... не углеводы сжигаете, а жиры, хотя жиров-то у вас, наверное, не очень много. На самом деле, когда я участвую в соревнованиях, вот, большинство из них проходит на углеводах. Вот, пульс высокий, ну, в среднем где-то 165-170. Вот вы идете вот на этом пульсе, то есть вы участвуете в соревнованиях. Но углеводы, насколько я понимаю, нужна быстрая энергия, да, вам в соревнованиях. Скажите, а вот вы как профессионал, собственно говоря, в марафонах участвуете, это же огромная дистанция, да? Зачем?
Лично для меня? Лично для вас, да. Скажем так, любая длинная дистанция – это не только дистанция, да? Это, наверное, как образ жизни. Чтобы к ней подготовиться, надо изменить свою жизнь, да? То есть надо построить какой-то график, так скажем, и его придерживаться. А сам марафон – это конечная цель. То есть вот. Это личное достижение, личная реализация, насколько я понимаю. Ну да. А вот люди, которые не профессионалы, сейчас тоже, ведь мы немножко перед рекламой говорили уже о том, что они тоже стремятся принимать участие именно на длинные дистанции. Как вы думаете, для чего они это тоже делают? Испытать себя. А вот много сейчас, вы наблюдаете же наверняка, приходят и начинают с любителя превращаться в профессионала, да, например, там, вроде как пришли, пробежали, а потом затягивают, начинают тренироваться и в конечном итоге становятся чемпионами. В профессионала превратиться сложно, да, если ты не занимался с этим с детства. Но если твоя первая цель была закончить дистанцию, то потом, естественно, ты хочешь все лучше, лучше, лучше. Да, ну и у многих, естественно, результаты растут, ставят более амбициозные цели и так далее. Но вы, насколько я понимаю, начали заниматься еще в детстве. Да. Профессионально. Конечно, вы сейчас дошли уже до этого. А с какого возраста можно начать бегать, вот, например, Андрей Федорович? Ну, давайте уточнимся. Не бегать, а начать заниматься физической активностью. Да, да. Потому что возраст может быть любой. И более того, любое состояние здоровья. Вопрос, опять же, как правильно начать. Если вот мы сейчас все втроем встанем и побежим с максимальной скоростью, но это явно будет не для оздоровления. И поэтому, на самом деле, у каждого человека всегда есть вот этот так называемый терапевтический потенциал, который может реализоваться с помощью физической нагрузки. То есть, как говорится, можно, но осторожно, да, начинать в любом возрасте, собственно говоря, прислушиваясь к своему организму, обязательно пройдя обследование у врача. Давайте про питание немножко скажем, потому что зрители вот интересовались ранее. После тренировки, да, когда организм достаточно разогрелся, сжег какие-то запасы энергии, чем подкрепиться, собственно говоря, да, по питанию, чтобы и сохранить эффект, да, и, тем не менее, насытиться? Ну, вопрос хороший, можно я отвечу? Да. На самом деле, если тренировка проходила в правильной зоне и сжигались жиры, то чувства голода не будет после окончания тренировки. И это один из критериев правильности тренировки. Если же после тренировки есть ощущение, что нужно очень срочно что-то съесть сладкого, ну, делаем вывод, что тренировка была не в той зоне и сжигались углеводы. Это первое. А второе, вот здесь уже дальше интереснее. Мы все абсолютно индивидуальные биохимические фабрики. И поэтому у каждого чувство голода, если тренировка выполнена правильно, возникает в свое время. Просто нужно прислушиваться к себе и не читать и не верить догмам. Ну, а все-таки вот, то есть, если чувства голода нет, да, то можно и не ужинать, там, например, вечером. А если, получается, чувство голода есть, все равно продолжать углеводы восполнять или как? Ну, смотрите, то есть углеводы, если мы говорим о восполнении углеводов, то, конечно же, лучше восполнить это сложными углеводами. Что это такое? Это каши, это салаты, это, соответственно, фрукты с низким гликемическим индексом. И в этих сложных углеводах уже будет достаточно тех простых углеводов, которые были истрачены во время достаточно интенсивной тренировки. Пить надо во время бега, тренировки и после? Все зависит от дистанции. И я думаю, что если эта дистанция небольшая или время всего лишь менее часа, то никакого питания, никакой дополнительной там, питьевой нагрузки или поддержки точно не нужно. Я думаю, Сергей может рассказать про это, ну, Сергей, на собственном опыте. Да, вы вот чем восполняете? Как бы, питание вообще как-то контролируете? Или за вас так специальные диетологи спортивные делают? Нет, все делаю сам. Вот. Ну, мое питание довольно-таки все просто. Перед нагрузкой немного углеводов, скажем так. После больше там белковой пищи. Все. То есть, вот. В принципе, особых каких-то таких ограничений нет? Ну, не сказал бы, да.
Знаете, еще у нас остается немножко времени, нужно о чем обязательно с вами, как спецами, поговорить. Вот, Сергей, вы где больше тренируетесь? На открытом воздухе или в спортзале? Мне больше нравится открытый воздух. То есть вы бегаете больше в открытом воздухе. Андрей Федорович, вот неоднократно эксперты все говорят, что бегать в городе – это вред, потому что обмен воздуха значит, у нас увеличивается, соответственно, мы больше потребляем и тех плохих веществ, которые, увы, в Красноярске у нас присутствуют. Можно ли это заменить бег на открытом воздухе в спортзале? Будет ли он также эффективен, или все-таки нужно искать чистые места и бегать в городе где-то в лесу? Ну, если говорим о беге на открытом воздухе, конечно, это биатлонная трасса, там наверняка воздух достаточно чище. Чист. Угу. Потому что это наветренная сторона, достаточно далеко от города. Если говорить о беге в помещениях, то тут нужно понимать, наверное, следующее. Как тот или иной фитнес-центр отнесся к вопросам кондиционирования и очистки воздуха? И вот это, наверное, принципиальный вопрос, который нужно решить, прежде чем там, купить абонемент и пойти уже туда заниматься. Ну да, пыльный воздух в фитнес-зале может быть вреднее даже, чем воздух города. Ну, так выгода будет. Ну, по крайней мере, там кислорода может быть просто мало, да, который нужен. Время, к сожалению, наше истекает. Спасибо, что пришли. Я думаю, что часть советов наши зрители обязательно запитали сегодня, и они будут интересоваться и дальше. В интернете где-то можно найти, допустим, какие-то группы, есть ли полезную информацию? Стоит ли искать ее? Да? Вашу медицинскую часть есть смысл искать в интернете? Ну, на самом деле, конечно же, дорогу осилит идущий. То есть, конечно же, нужно читать, но всегда очень критически подходить к тому, что прочитали. И если есть вопрос, касаемый уже здоровья, а не просто желание побегать, то, конечно, лучше проконсультироваться с врачом. Лучше найти вас и проконсультироваться, ну, и измерить пульс. Спасибо, что пришли. Надеюсь, наши советы были, ваши советы были полезны зрителям. Всего доброго. Уважаемые зрители, если вы собрались бегать, не забывайте о пульсе и совете, и осмотре перед этим обязательно врача. Всего доброго, оставайтесь с нами.